Хакасии, мне от этого было искренне больно. И когда в Киеве вчера загорелась нефтебаза, позавчера, и ее тушат там 2-3 дня, и риторика русских журналистов звучит с таким злорадством и с таким цинизмом, и, ну, попросили бы Россию, Украина бы наплевала на свою гордость, попросила бы Россию, Россия бы загнала пару антеев, потушили бы вашу базу. Ну так потушить свою тайну, заженить пару антеев. Диктор – це та людина, яка повинна бути рупором фактів і не пропускати їх через призму власних емоцій. Диктор – це той чоловік, який має бути рупором фактів і не пропускати їх через призму собственних емоцій. Просто гидко слухати російське телебачення.